Всем доброго времени суток. Мы с вами продолжаем играть Mount and Blade Warband Native. В общем-то, мы с вами остановились в Ривадине, и там почитал, я посмотрел, вроде бы как на 10-й день только устанавливаются цены нормальные, поэтому пока торговлей у нас особо позаниматься не получится, но чем мы можем с вами заняться? Мы можем попробовать. Ну, во-первых, мы сейчас зайдем в таверну все-таки и поговорим. Мы здесь же с вами закончили на том, что помогли купцу, и он сказал, что потом встретимся с тобой в таверне. Вот он здесь стоит, мы сейчас с ним поговорим, послушаем, что он скажет. Я немножко передохнул, потому что у меня снимал несколько серий подряд, и у меня, ну, вы помните, да, першило горло, и плюс нам потом надо немножко будет передохнуть здесь же для того, чтобы восстановить полностью здоровье. В общем, давайте, торговец. Ах, Андрей Михайлович, все получилось не совсем так, как я надеялся. Король Яроглек, разумеется, не мог не оценить моего вклада в безопасность города. И, конечно же, он благодарен за то, что я избавился от капитана. За деньги этот мерзавец врагов впустил бы в город. И все же, для властелина города я стал чем-то вроде напоминания о его собственной слабости. Как это нечестно? Какая тут честность? Это же Калерадия, мальчик мой. Короли творят, что им вздумается, а остальные делают, что должны. Меня не повесили, и то ладно, даже дали время продать имущество, пообещали не сбивать на него цену. Словом, все не так плохо. Эх, наш король, как и остальные правители этих земель, слишком слаб. Так что в первую очередь он старается не потерять лицо, а потом уже думает о делах государства. В любом случае, я не стал упоминать при короле Яроглеке о вашем участии в этом деле, но он обратил на вас внимание и все-таки не приказал вас повесить, что уже неплохо. Может быть, со временем он даже даст вам какую-нибудь работу. Словом, думаю, вы уже поняли, что в наших краях не так-то просто остаться в живых и добиться справедливости. Надеюсь, вы потратите полученные деньги с умом. Удачи вам. Какие деньги-то? Я думал, ты нам еще что-то дашь, но нет. Кстати, насчет денег. Сколько у нас денег? 305 динаров. Я вот подумываю все-таки в свое войско взять хоть кого-то вот из таких ребятенок, потому что если мы двинемся куда-то на север, ну, от того места, где мы находимся, я просто, к сожалению, не знаю, как правильно тут карту крутить, где тут север, где юг. Ну, в общем, от того места, где мы сейчас находимся, это севернее, да? Там в земле морских налетчиков и так далее. Там ребята очень крутые, и с нашими крестьянами там делать нечего, по большому счету. Вот, поэтому, знаете что, давайте, я уже тут за кадром немножко ходил на арену, сейчас зайдем еще раз на арену, наверное, попробуем подраться. Вот, и после этого, главное, чтобы в спину там никто нам не зашел. Да как я промахнулся-то? Так, ну не двое, ну зачем сразу двое-то? Давайте по одному. Давайте по-честному. Я сказал по-честному. А ты вот не по-честному хотел. Так, меч я хочу. Нет, это посох. Стоп, стоп, стоп. У тебя же меч был. Давайте вот так. Давайте вот так попробуем. Все-таки у нас двуручка лучше прокачана, чем все остальное. Поэтому я думаю, что вот с этим у нас будет больше шансов. Отлично. Отлично. Четырех мы уже сделали. За пятерых, по-моему, там платили. За трех я уже забыл. Да как ты? Ты смотри, какая зараза. Обалдеть, он мне еще пробил. Но опять же, здоровье у нас не полное. Надо было, может быть, сначала подождать, а потом идти. Но мы вот так это сделаем. Вот так сделаем. Так. Шестерых мы уже замочили. Двуручка у нас растет, опыт появляется. Правда, опыта мало, но все-таки это лучше, чем вообще ничего. И не успела, да. Ребята такие покруче ветераны. Но это здорово, это здорово. В любом случае, как бы там ни было, мы получили 10 динаров, это ни о чем, но все-таки это хоть что-то, да? Теперь мы, наверное, остановимся здесь на ночь, и до следующего утра мы здесь посидим, как раз здоровье свое поправим, и, может быть, выдвинемся в сторону Куравы. Я просто не знаю, куда здесь сейчас с нашими войсками двигаться, потому что, ну, они слишком слабенькие для чего-то там. Вот, может быть, кого-то нам. Вот, стоп, 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 стоп. Может быть так. Я надеюсь, он зашел в замок. Ты чё машешь-то в мою сторону? Я тебе.
Боярыня, разрешите облобызать вашу ручку. Все, все. Вот, король Гераклек. Обалдеть. Вот это мы попали. Я как раз его хотел найти и с ним переговорить. Может быть, он нам даст какое-то задание. Мы знакомы? Ну, частично знакомы, нам только что торговец уже сказал. Я Андрей Михайлович. Я король Гераклек, правитель королевства Вегиры, господин Рейвадин. Так, он, оказывается, здесь и сидел. Даже если вы из простолюдинов, я всегда ищу хороших людей, которые сразу любят в моей стране, если, конечно, они умеют себя проявить. У вас есть для меня задание? Есть одно дело, которое вы могли бы помочь. Суть в том, что один из негодяев, известный под именем Шалк Звезда, убил, ничего себе, убил моего человека, с тех пор скрывается от правосудия. Я не могу допустить, чтобы он избежал наказания, так что назначил за его голову награду в размере 300 динар. Друзья убитого полагают, что убийца может прятаться от своих родичей в деревне Каринде. Если бы вы выследили его и наказали должным образом, то получили бы награду. Я поймаю, накажу его по заслугам. Так, это просто здорово, Андрей Михайлович. Не только я буду благодарен вам, но и семья убитого. И, конечно, если вы поймаете преступника, вам причитается вознаграждение за его поимку. Доброй охоты. Так, ну ловить мы его не будем, конечно, а просто, я думаю, что ушатаем. И если он нам пообещал 300, может быть, даже мы в таверне сейчас этого латника наймем, чтобы в дороге нам было спокойнее. Ну, может быть, обидно, досадно, вольный латник. А вы сколько стоите? 1000, вам нужны я и 6 моих товарищей, то есть 7 за 1300. Я могу только одного нанять, да? Вольный латник. Ну, от одного нам, честно говоря, проку-то особого не будет. Нет, нет, тогда нет. Хотя я вот, может быть, делаю сейчас огромную ошибку, то, что его не нанимают, потому что если на нас морские разбойники какие-нибудь нападут, нам, может быть, не сдобровать. Каринди, давайте посмотрим, где эта деревня находится. Каринди. Ну, в принципе, не очень далеко. Я надеюсь, что мы туда доберемся без приключений. И давайте выдвигаться потихонечку, полигонечку, дезертировать. Главное, чтобы дезертиры на нас не напали. Иначе мы будем остаток серии проведем в плену. Так, это кто? Воры. Вот воров можно. Воров можно. Успеем мы? Давайте. Отлично. Воров мы хотя бы сейчас шатать можем. Это не проблема. А вот. Так, попробуем сделать это собственноручно. 8 человек. Сейчас мы их тут немножко подождем. И потом попробуем поскачем. Нам надо все-таки лучников каких-никаких сделать. Так, мне надо еще приодеть клети. Так, а где у нас? Подождите, у нас сразу кроме клети больше никого не было. А, нет, вот Джеримус. Я уже думал, что я что-то поперепутал. Вот. Но, оказывается, ничего я не перепутал, все нормально. Так, вот вижу одного там босика. Так, хватит кидаться-то. Отлично, минус один. Да куда ж ты? Что ж ты бежал и остановился? Ах ты попал, смотрите, прям, я даже остановлюсь ради такого дела, на тебе в голову. Так, без замаха, конечно, это не дело. Так, вот там дальние ребята, вроде бы сейчас попробуем на них. Так, отлично, еще минус один. Так, не получилось. Не достал. Заблокировал. Да что ж такое-то? Что же такие все крутые-то? Куда деваться-то? Или... На тебе. И тебе на. Этот увернулся. Но у нас, по-моему, конь его добил просто. Еще минус один. Так. Эх. Так. Трое осталось, да? Ну, отлично. Ну, с разбойниками, я говорю, они голопопые. Тут с ними особых проблем нет. Куда ты побежал? Куда? Куда ж ты побежал-то, родной? Куда? Не надо туда бежать. Не надо. Не надо. Давай. Смотрите, какой, а? Так, ну и урон у нас, конечно, маловат еще.
Наносим, конечно, урон, но этого урона маловато. Урона маловато, конечно. Последний уже весь окровавленный и все равно куда-то бежит. Наша взяла, да, вот он. Вот он, будущий боярин Андрей Михайлович. Вот так, ребятки. Вот так, ребятки, будет со всеми врагами. Так, никто у нас не прокачался. Так, Лети, кстати говоря, по... ой, нет, чуть пониже, чем Джеримус. Отлично, сейчас мы что-то тут наберем, естественно. И надо будет посмотреть, может быть, сейчас к Лети что-то и отдадим. Отряд, давайте, а, вот рекруты, копейщики. Так. Копейщик повыше, к Лети. К Лети, давай поговорим с тобой. Давай посмотрим, что у тебя в снаряжении. Такая безумная бабенка, конечно, абсолютно. Вот, ну, 6-2. 6-2, 6-2. Ну, даже не знаю, может быть, 8 ты повеселее был. А, вот у нас 27, слушайте. А я что-то как-то забыл, у нас еще вот тут. Так, какая-то одежка. Все-таки 22-то, я думаю, к защите-то будет поинтересней. Вот, и может быть, даже вот так нельзя, нельзя использовать для блокировки, да? Так, скорость 108, длина 60. 22, 9. Да я думаю, что вот это-то повеселее будет. А их вот как-то вот... Сейчас, подождите, посмотрю. 23, 16, 21, 14. Ну, вот так как-то и поставим. Я не знаю, правда, 2 ей нужно или не нужно, но в любом случае, я думаю, что это будет повеселее. Так, ну и как только найдем что-нибудь там получше, обязательно, обязательно поделимся. Все остальное мы сейчас продадим, как только выполним задание. Так, нанять добровольцев, я думаю, еще может быть. Ну, давайте наймем еще. Вот, и посмотрим заодно, что здесь у них есть интересного. Ну, вот зерно за 12 мы купим. Может быть, где-то нам дороже, чем по 12. Главное, не забывать, за сколько мы чего покупаем. И к центру деревни направляемся. Нам надо найти какого-то там бандита, я уже не помню, какого-то типа по прозвищу Звезда, да? Звезда. Сейчас мы эту звезду найдем. Так. Где-то он должен прятаться. Где-то он должен прятаться. Единственный минус от таких заданий — это то, что деревенские жители к вам начинают относиться хуже. Вот, непонятно, то есть как это вообще связано. А, ну сказали, что он здесь же отсюда родом, да, видимо, видимо, именно поэтому. Так, это у нас, видимо, староста, да, или кто-то? Это селянин просто. Но тут должен такой какой-то быть, где-то прятаться. Он просто так стоять не будет. Вот это, наверное, староста в деревне. Ну что, колхозники, давайте, рассказывайте, где у вас, куда спрятали? Куда спрятали негодяя? Я вам тут чудеса, вон цирк показываю. На лошади видали какое-нибудь такое? Так, что-то не видать. Что-то не видать. Но он где-то однозначно здесь должен быть. Раз нам сказали, что он в этой деревне. Значит, он в этой деревне. Так. Где он может быть еще? Так. Он должен... Обычно они просто стоят. То есть они не ходят. Пока я не вижу никого. Тут все бродят. Все кругами что-то бродят, ходят. Так, здесь мы уже посмотрели. Может быть, я не в ту деревню прискакал, конечно. Еще такой вариант. С меня-то будет. С меня-то останется. Но мне кажется, все-таки это где-то здесь должно быть. Ага, вот он. Давайте. Не будем верхом с ним сражаться. Подозрительный тип. Что вам нужно? Я еще убийцу, его зовут... Шалк Звезда. Вы как раз подходите под его описание. Не понимаю, о чем вы говорите, господин. Я никого не убивал, вы меня не с того приняли. Тогда опусти меч, если вы ни в чем не виноваты, то и бояться вам нечего. Сейчас мы поговорим с вашими соседями, если они все подтвердят, я двинусь себе дальше. Дружище, я никуда не уйду. Сегодня вам придется сразиться за серебро. Запросто в любом случае. Так. Нет, ну как не ради денег? Ради денег, конечно. Жаль, значит, вы не прислушаетесь голосу разума. Ну, давай. Давай, конечно, мне тебя жаль.
Я даже тебе дал шанс достать свой мяч. Ух ты. А ты смотрю. Крутышка. Только что-то колхозники-то все круче и круче становятся, я смотрю. И щит мне практически раздолбил. Ну, конечно, и я там особо. Так, чахлый. Почему у меня чахлый конь, кстати говоря? Надо что-то и с конем еще делать. Неплохо он меня потрепал. Выходим, нам королю теперь доложиться надо, да? Минус 2 теперь у нас деревня. Это плохо. Вот это плохо. Но зато у нас 20 человек теперь в команде. Что тоже не очень хорошо, потому что нам придется всех их оплачивать. А пока оплачивать-то нечем. Хотя можно было в деревне, кстати говоря, поменять вот то барахло, которое мы набрали с разбойников. Так. И поменять на еду на какую-нибудь. Потому что, ну, все равно эти... Так, куда? Подождите. Стоп, стоп, стоп. Я заблудился. Стоять. Стоять. Ривайдин-то вот здесь у нас. Куда-то я не туда поскакал. Главное теперь на дезертиров не нарваться. Так, ну тут боярин. Здесь они не нападут. Надеюсь, король еще все там. Находится там же. Ай. Боярыня, разрешите облобызать ваши ручки. Не подскажете, куда двинулся король? Я Андрей Михайлович. Впервые слышу ваше имя. Ну, ничего удивительного. Мне нужно узнать, где находится король. В пути он должен быть недалеко от Каринди в данный момент. Ну, вот сейчас я чувствую, мы, чтобы сдать это задание, еще набегаемся с вами. Давайте еще забежим в таверну тогда. Посмотрим, может быть, нет, здесь никого интересного не появилось. Вольный латник нам не нужен. Тогда мы с вами двинемся, наверное... Сейчас давайте пройдемся по улице вообще, если тут недалеко. Я, честно говоря, не помню. Мы же здесь с вами были. Так, но где конкретно здесь чего, я не помню. А вот, ну вот уже нашли в любом случае доспешника. Давайте посмотрим, что мы можем продать. Так, вот это все продаем. Продаем шапки. Так, это все продаем. 15 динар, просто несметное богатство. Когда-нибудь мы что-нибудь себе вот такое прикупим. Но это, конечно, будет еще очень не скоро. Хотя, как повезет. То есть, опять же, если все-таки торговля сейчас наладится, я думаю, что вот сзади у нас и доспех, ой, оружейник. Но если сейчас торговля все наладится, я думаю, что мы сможем как-то это быстренько все провернуть. Я хочу купить, не хочу купить, я хочу продать. Так, продаем вот это все, не знаю сколько, 27 динар тоже, вот камень тоже забери. А вот, и зерно мы можем продать. Я только не помню, за сколько мы его покупали, но однозначно мы его покупали чуть дешевле, да? Хоть чуть-чуть денег, но мы с этого получим. Только нам нужен магазин. Где-то я вывеску его видел тут, но не помню уже где. Сейчас чуть-чуть еще пробежимся. Эх, горожане, горожане, знали бы вы, что творится за стенами вашего городка. Там такой беспредел. Лучше вы не выходите на улицу. Так, что ж тут все закрыто? Это вот вроде бы же... Нет, это на арену, подождите. Вход в магазин, вот, все-таки я его нашел. Самостоятельно. Привет. Торгаш. Так, зерно, да. Купи у меня зерно. Пока у тебя все дорого, покупать я ничего не собираюсь. Но вот так мы чуть-чуть... У караванчика бродячих торговцев, да? Здесь он нам ничего не подскажет. Ну ладно, ладно. Ладно, ладно, ладно. Здоровье у нас тоже немножко ухудшилось. Может быть, а еще один боек-то мы на арену сходим, потому что все-таки это какая-никакая прокачка и какие-никакие деньги, да? Ну, успею меч взять? Нет, не успею. Не успел. Успел. Так, нам надо меч. Нам надо меч. Да что вы все втроем? Нет, ребят, так нечестно и явно. Так, меч, 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 меч. А вот это вот уже получше. Ну-ка, навали ему сзади. Отлично. А я тебе вот так, спасибо. Это благодарность была. Ай, лучник, лучник, тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, лучник, аккуратно, не надо, только не, в миллиметрах просто, во, да, давайте друг другом займитесь там, сейчас я подойду, помогу.
Сейчас я подойду. Помогу, я сказал. Вот так, помог. Отлично. Отлично. Ну, уже шестерых завалили, это уже приятно. Ну и плюс у нас двуручка, как видите, качается, что очень-очень здорово. Так, 7. Нам хотя бы 10 убить, чтобы... Да куда ты лезешь-то? Куда ты лезешь? Отлично, отлично. Чуть-чуть не пропустил. Сейчас был момент, когда я думал, что все, он у меня уже ударит. И тебя, только я хотел по-другому тебя ударить. Ну ладно, раз сверху прошел удар, тоже уже неплохо. Отличненько, отличненько. Десяточку-то мы сделали, 11 уже, здорово. Ух ты. Так. Отлично, затыкали, затыкали. Хотя вот все время забываю, что надо боковые удары. Они мощнее намного. Ну вот сверху тоже неплохо получилось. Так, давай. Отлично. 14 за 15, да, там, по-моему, больше. Ах ты. Ах ты ж. Пробил меня все-таки, да? Ну ладно, 15 мы уже сделали, уже неплохо. Ну, конечно, до победы здесь это... А мне пока еще, наверное, раз... Да как? Ты ж, на тебе, 16 сделали. Отлично, 17. Так, 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 так. 18. Давай, 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 наваливай. Какой Крутышкин попал, смотрите, с трех ударов. Это кто был? Ветеран. А еще легионеры же всякие и тут есть. Отлично, отлично. Ну что, до двадцаточки дойдем? Отлично, двадцаточку сделали. Здорово, ребятки, там, ну, решили друг другом позаниматься, решили на меня не отвлекаться. Это... Так, тихо, 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 тихо. Ну не вдвоем же. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, отлично. Спасибо, дружище. Ну-ка, 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 займи его, давай, давай, давай. Ой, там лучник. Ай, под шумок хотел. Отлично, под шумок-то получилось. Так, ты мимо меня, отлично. Фу-ху-ху-ху-ху, ребятки, ну вы хоть чуть-чуть, чуть-чуть не мной займитесь. Да, да бей ты. Так, 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 что-то все вышли. Смотрите, уж тут толпа-то какая. Так, я пойду пока лучником попробую заняться. Пока ребятки там сражаются. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Отлично, 25. Ой-ой-ой, меня сейчас... Да-да-да-да. Просто зажали. Ну, чемпион, чемпион. Хорошо, не у какого-то там, да, крестьянина проиграли. Все-таки это нас завалил чемпион, но уже радует, уже радует. 60 динар получили, ну вот и отличненько. Давайте уже, кстати, стемнело немножечко. И, наверное, придется нам тогда дождаться здесь до утра. И все-таки мы заодно, может быть, все-таки в рейв 1 вернется к утру король-королевич. И... Ай, стоп. В замок. Нет. Пойдемте опять облобызаем ручку у боярыни и спросим, где же наш достопочтенный король находится. Так, король, замок Ирума. Так, я даже название, честно, таких, честно говоря, таких не знаю. Так, Ирума. Нам бы найти его хотя бы в Ирума. Так, как мы можем... Так, король, где там замок Ирума? Вот так можно его найти. Ой, ёлки. А, недалеко же здесь получается, да? Это как раз недалеко от той деревни, где мы с вами и воевали. Ну, давайте выдвигаемся тогда. Попробуем как-то аккуратненько добраться, без приключений. Главное, без дезертиров. Это кто? Это кто? Боярин? Нет, это боярин нам не нужен. Нам нужен король. Нам нужен король... И я надеюсь, что он все-таки в этом замке еще пока никуда не умотал. Потому что это было бы припечальненько. Так, вот кто-то там боярин. Давай, надеюсь, ты в замке. Так, пройти в зал правителя. Ну и, конечно же, здесь никого. Надо тогда ловить того боярина, который рядом с нами вот здесь. Успеем мы его догнать, интересно. Чтобы узнать... Так, это кто? Это боярин.
Успели. Я Андрей Михайлович, так-то-так, обычно перерезаю глотки всяким простолюдинам, которые лезут ко мне, но сегодня у меня хорошее настроение. Ну, я думаю, что мы потом с тобой поговорим. Ты уже так со мной не сможешь разговаривать чуть попозже. Мне бы хотелось бы кое-что спросить, где находится Ераглек? Ульбурбан какой-то. Так, Ульбурбан. Слушайте, Ульбурбан, я так задание-то вообще ему сдам, нет? Так. Король Ульбурбан, где там? Да что ж такое-то, мотается-то прям. Так, где мы? Аккуратненько, аккуратненько надо. Сейчас фаст-тревелом таким небольшим попробуем. Пока мы рядом с боярином, по идее, к нам не должны ни дезертиры, никто приставать особо. Так, 4 опыта у нас там, тренировки завершены, но это очень мало, конечно. Ну и где? Ну, рядом с деревней его точно не будет. Ну, по большому счету здесь делать-то нечего. Единственное, что мы можем там заглянуть, спросить про запасы. Так, купить запасы 182. Ну вот, смотрите, железо уже дешевеет, это хорошо, потому что я точно знаю, что можно будет продавать больше 200, но пока, наверное, не стоит. Вот, за 13 мы сейчас накупим зерна тогда. Вот, потому что зерно, как вы помните, в городе мы спокойно можем продавать. Интересно, а если я вот, например, в центр деревни, не пробовал никогда спрашивать, где находится король у староста. Может быть, староста может нам подсказать. Так. Ой. И нам надо научить крестьян, да? Ну, можно, конечно, научить, все равно. А давайте научим. Короля мы, я не знаю, сколько еще мы его будем бегать, но раз задание так уж нам попалось, то давайте. Давайте, наверное, тогда. Ой, нет, предпринять. Обучить крестьян. Это, конечно, долго и муторно, но в любом случае нам даст какой-то опыт и. Так. В общем, сейчас что-то будет. Один готов. Ну, тренировки у нас будут долгими, потому что у нас. Ух ты, какой у тебя. Какие у тебя волосы-то розовые. Европеец какой-то прям. Ладно, или пан какой-то, не знаю. Давайте обучаем дальше. Обучаем, обучаем. Время идет, конечно, но с другой стороны, 10 дней нам надо дождаться, чтобы цены восстановились. Вот, и еще один готов. Ну, так мы очень долго будем. Может, как-то массово можно вас подучить. Так, ребятки, давайте. А то холодно на улице, вы меня без рубахи тут оставляете. Давай, 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 давай. Погнали, давайте. Обучаем. Я надеюсь, задание у нас не по времени там не ограничено. Так, мы сделали выплаты, 23 мы ребяткам своим заплатили, но пока это не такие большие деньги, даже по сравнению с тем, сколько мы зарабатываем. 5-1 только, да что ж такое? Давай, давай по-быстрому, слушай, холодно. Холодно очень. Давай, 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 давай. Какие-то у нас все-таки рыжие волосы получились, хотя вроде бы делали светлые, обучить крестьян. Давай, 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 давай. Время идет. Ребятки, учитесь быстрее как-то. Давайте там, может, какие-то тут бои где-то рядом, там звуки, я надеюсь, вы слышали. Но они быстро так закончились. Опять один. Да что ж такое-то? Я пока всю деревню эту переобучаю тут. Так, промахнулся я сам. Так, давайте. Два опыта. Слушайте, ну, такими темпами мы так не прокачаемся никогда. А я не помню, по-моему, нам надо было поднять там уже свой уровень, если я не ошибаюсь. Ну, сейчас мы этим займемся. Так, где тут бойня? Ага, вот была бойня. Там боярис, кстати, с кем-то уже воюют во все. А мы тут все ерундой занимаемся. Да что ж такое-то? Сколько их вас учить-то надо будет? А, древковое до 86. Ну, хотя бы древковое так прокачаем, да, с другой стороны. Так. Что у нас там? Кто-то напал на деревню, да? Я не посмотрел, хотелось все быстрее, быстрее. Так, ну и где? Где нападающие-то? Где нападающие? Ну, заодно своих крестьян прокачаем. О, ничего себе тут толпа. Вот это не айс. Еще и с луками. Ну-ка, ребятки, идите-ка им там. Люлей, надавайте.
Я пока по талам тут пройдусь немножко. Так, пропустите меня, пропустите, пропустите. Так. Я там в этом месиве никого не вижу. Ой-ой-ой-ой. Сейчас мою лошадку тут заломают. Тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой. Тихо-тихо. Да что ж такое-то? Ну, надеюсь, ребятки наши тут справятся. Так. Так, что такое? Задание, наверное, провалилось. Так, ну и... что? Ну, научили, называется, да? Научили на свой голову. Ну, ладно, то бывает, бывает и такое. Хотя я сейчас, ну, глупо абсолютно... Еще и лошадь у меня забрали. А, лошадь-то у меня убили, наверное, из-за этого. О, вот это повоевали. Ну, вот это про то, что я говорил, что, ну, здесь я сам виноват абсолютно точно, потому что нечего было врываться вот так, и надо было как-то или с коня слезть, или как-то, в общем, можно было это все сделать, но по своей глупости я сделал так, как сделал, и ну, ничего что-то не поделаешь. Так, живучесть все увеличиваем, увеличиваем, продолжаем силу все увеличивать, и так, и на этом, я думаю, на этой печальной ноте мы закончим. Остались мы без коня, придется нам теперь и на коня копить, и в общем, вот так все не весело. Ладно, огромное спасибо всем, кто меня смотрел, спасибо за ваши комментарии и лайки, и обязательно увидимся с вами в следующей части. Всем пока-пока.